Всем привет! Вот такая зелень у нас уже выросла. Это у нас салат неженка или нежный. А это у нас растет укроп. Укроп дальний. Это у нас уже прошло, получается, 7 дней. Через 7 дней. Но им, смотрите, света маловато еще, потому что они тянутся то в одну, то в другую сторону. Поэтому, если они у вас в одну сторону наклонились, вы переверните их светом в другую сторону, другой стороной, и они обратно у вас вытянутся, выпрямятся. Дальше смотрим, что у нас получилось с нашими перцами. С нашим. Сейчас с вами откроем и посмотрим, взошел перец или не взошел. Перец у нас пока всходить не хочет. Он обычно так-то у нас долго должен всходить. Поэтому ждем дальше. Он причем влажный. Его даже поливать не надо. Также закрываем и ждем дальше. Сейчас проверим помидоры еще. Что у нас с ними? Помидорчики. Если вы видите, то уже сразу видно, что там они у нас растут, и места им уже мало. Я не открывала специально, чтобы вам показать. Вот зашли помидорки. Вот получается, вчера они уже поменьше чуть-чуть были, сегодня вот уже гнутся. То есть помидоры мы уже открываем и больше не закрываем. Сейчас я их поверну, чтобы свет на них падал вот с этой стороны, чтобы они выпрямились немножко. А перец мы пока так и ждем, пока, когда он у нас взойдет. Оставайтесь с нами на нашем канале. Если было интересно, обязательно ставьте лайки. Очень будет интересно почитать чьи-то комментарии по поводу выращивания, особенно зелени, потому что в прошлом году она у меня не росла. Она дорастала где-то вот до всходов, а потом всходы обратно падали, и все. Очень будут полезны ваши советы. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.